Умеренное питание, бокал хорошего вина в день и никакого флирта с женщинами. Вот рецепт счастливой жизни от двух братьев из Бельгии. Петер и Паулус Лангерок – самые пожилые близнецы в мире. Они родились 8 июля 1913 года, им по 102. Большую часть жизни прожили вместе. Да и сейчас их комнаты в доме престарелых близ города Гент находятся рядом. Говорят, никакого секрета долгожительства у них нет. Природа так решила. Когда-то в 85 мы оба пошли к доктору, и он сказал: «Вы не должны надеяться, что доживете до 100. Это очень маловероятно». И тогда я сказал: «О, это очень хорошо. У нас нет большого желания дожить до 100». Мужчины, которые предпочитают, чтобы их называли Пьер и Пол, пережили две мировые войны. Они говорят, что они лучшие друзья, и что раньше очень часто знакомые и даже родные их путали. Даже отец, когда он звал нас, то говорил: «Пьер, Пол». Ни Пол, ни Пьер так и не женились, но все же советуют молодежи вступать в брак. Не делайте глупых вещей, не пейте и не ешьте чрезмерно, не бегайте за женщинами слишком много, женитесь. Лучший совет – женитесь на женщине, которую любите, и пусть она родит вам детей. Хотя Паулус и Петер – самые пожилые братья-близнецы из ныне живущих, рекорд они пока не побили. Самыми старыми братьями-близнецами в современной истории были Гленн и Дейл Мойер из США. Вместе они дожили до 105 лет.